Что случилось? В баре на нас смотрел какой-то гей. Эрон решил его ограбить. Мы отвезли его за город и сильно избили. А на обратном пути мы подрались с мексиканцами. Подожди, вы избили парня за то, что он гей? Да нет, Эрон просто хотел его ограбить. Мы отвезли его в Шерман-Хиллз, и Эрон... Он просто сошел с ума. И что с тем парнем? Мы боялись, что он за нами погонится, и Эрон его связал. Вы его связали? И он все еще там? Нет, я не знаю. Не знаю, Чассити. Мы не сильно его связали. Он развяжется или его кто-нибудь найдет. Не волнуйся. 7 октября 98 года, час дня. Дай полотенце. Кровь не остановилась? Я просил тебя закрыть дверь. Его надо отвезти в больницу. Нет, мы не можем. Он выспится, и все будет в порядке. Кто-то должен забрать машину. Что вчера случилось? Я все рассказал. Не волнуйся. Тогда чего ты боишься? Что-то не так? Все в порядке, Кристен. Замолчи. К вечеру мы обо всем забудем. Просто не открывай дверь и не выходи из квартиры. Мне нужны подгузники. Что? Мне нужны подгузники. Ладно. Иди за своими подгузниками. Заодно забери машину Эрона. Что вы сделали? Что ты им сказала? Ничего. Хорошо. Куда мы едем? Выбросим эти вещи и обо всем забудем. Что это значит, Рассел? Ты сказал, с тем парнем все в порядке. Он жив. У него просто шла кровь. Не волнуйся, все в порядке. Надо только выбросить вещи. 8 октября 98 года, 8 утра. Я открою. Наверное, начальник нашей стройки. Расс Хендерсон здесь? Да, он здесь. Позови его. Ему придется проехать с нами. Хорошо, мы с Кристен тоже поедем. Ты знаешь, чья это куртка? Никогда не видела. Знаешь, так ты себе не поможешь. Устраивайся поудобней. Послушай, Чассити, Кристен согласилась дать показания, и это верное решение. Возможно, ее даже не будут судить. Ты уверена, что хочешь защищать своего парня? Нет. Уже нет. Я расскажу, что случилось. Куртка, которую вы показали, Рассела. Привет. Мне разрешили прийти к тебе. Мне пришлось рассказать. Я могла потерять Кэма. Да, я знаю. Мне страшно. Мне тоже. Мама наняла адвоката. Надеюсь, Эрон поймет. Я по нему так скучаю. Я написала ему письмо. Хочешь почитать? Что бы ни случилось, я буду его ждать. Кристен. Дорогому грабителю? Он сказал, что такие письма помогут ему продержаться до выхода на волю. Ты думаешь, Эрон выйдет на волю? Да, когда-нибудь. Ты не знаешь. Мэтью Шепперд умер сегодня утром. Эрон никогда не выйдет. Здравствуйте. Студенческий клуб для геев? Нет. А Вейн Барнс на месте? Нет.
Ничего. Вы можете сказать, что звонила Часити? Передайте ему, что мне очень жаль. Спасибо. Он уверял меня, что с парнем все в порядке, что он сможет уйти. Я не сразу поняла, что это неправда. Как вы догадались? Я сомневалась во всем, что он говорил, потому что чувствовала, что он лжет. Но вы все равно поехали с Расселом и Кристин избавляться от окровавленной одежды. Я любила его. Но больше я ему не верю. Как он? Его мать умерла на прошлой неделе. Ее нашли замерзшей на дороге в нескольких милях от города. Скажите, вы повторите свои слова в суде? Да, сэр. Я признаюсь в том, что совершила, и вернусь к нормальной жизни. Дорогая Часити, я обрадовался, когда узнал, что тебя освободили. Я всегда буду тебя любить. Ты единственная, с кем я могу говорить и советоваться. Когда меня выпустят, ты будешь жить как королева. Надеюсь, ты меня не бросишь, потому что мне вряд ли дадут больше 10 лет. Я сделаю для тебя все, когда выйду. С любовью, Росс. А знаете, что самое худшее? Ваша честь, я буду думать об этом каждый день. Каждую ночь. Всю жизнь. И никогда не узнаю, могла я ему помочь или нет. Часити Пейсли, вы приговариваетесь к общественным работам сроком не менее 15 месяцев, но не более 24.